Если раньше водитель допускал нехватку средств на счете, система сразу применяла санкции, выставляя плату в увеличенном размере. Сейчас у пользователя появится 2 часа после фиксации нарушения, в течение которых он сможет внести необходимую, установленную законом сумму оплаты по разовому тарифу. Новую функцию, плату за проезд по разовому тарифу, можно совершить по заявительному принципу, либо в автоматическом режиме. В первом случае пользователь может обратиться в пункт обслуживания и сообщить оператору обстоятельства нарушения, такие как отсутствие сигнала связи, либо недостаточность средств для оплаты проезда, либо иные обстоятельства. Более того, пользователям предоставлена возможность внесения такой платы посредством личного кабинета на сайте biltoll.by. Выбираем раздел «Информация о договорах», находим нужный и жмем кнопку. Дальше выбираем необходимый счет и номер транспортного средства, а после — обстоятельства, которые привели к неоплате или неполному списанию средств за пользование дорогой. Вносим средства и подтверждаем сумму к оплате. Для такой оплаты необходимо наличие договора в системе. Если его нет, нужно заключить соглашение в любом пункте обслуживания. Можно использовать и автоматический режим оплаты. В таком случае плата по разовому тарифу списывается со счета пользователя автоматически сразу после фиксации нарушения. Для того, чтобы воспользоваться функцией оплаты по разовому тарифу, нужно обязательно иметь действующий договор пользования платными дорогами в системе Biltoll и действующие средства оплаты. То есть на балансе бортового устройства должно быть достаточно средств, устройство не должно быть заблокировано, и в случае автоматического списания должна быть подключена пользователю услуга SMS-оповещения о нарушениях. Списание платы таким образом допускается только однократно. После, независимо от того, вносилась плата в автоматическом режиме или по заявительному принципу, пользователь должен обязательно обратиться в ближайший пункт обслуживания для проверки устройства оплаты и возобновления работы этой функции. Подключить SMS-оповещение о нарушениях можно либо в пункте обслуживания Biltoll, либо в своем личном кабинете на сайте системы. Если в нем режим предоплаты, по такому договору можно подключить до 3 номеров мобильного телефона, на которые будут приходить смс о нарушениях. Если в договоре определен режим оплаты по факту, то помимо 3 основных номеров для направления смс, а они приходят в отношении всех зарегистрированных по договору машин, можно использовать дополнительный номер телефона для каждого транспортного средства. На него придет сообщение о нарушениях конкретной машины. Для всех пользователей системы эта услуга бесплатна. Ожидается, что новые функции Biltoll повысят комфорт обслуживания добросовестных плательщиков и минимизируют нарушения пользователей национальной системы.